А мы, аки, пчелы, рабочие пчелы, перемещаемся сейчас на другое поле, на поле Евровидения, потому как именно 22 января пройдет это грандиозное событие под названием «Отборочный тур Евровидения», и мы продолжаем вас знакомить с участниками этого самого отборочного тура. Оля Плотникова задала вопросики. Давайте послушаем. Привет, Валерия, рада видеть тебя у нас в гостях. Привет. Ну как настроение, как подготовка идет? Рассказывай. Все отлично, подготовка полным ходом. Ну ты готова, все потому идет. Что я слышала, ты, можно сказать, с корабля на бал. Пару дней назад прилетела с Киева, и вся подготовка у меня, собственно, там шла. Давай песня. Текст мне написал Роман Колодко, это наш белорусский автор. А музыку написала я. Она о том, что если ты хочешь идти к своей цели, бороться с препятствиями, у тебя это обязательно получится, если ты не один. Take me in before you go. I wanna grow, so time for moving on, my skies are high. I wanna grow, so time for moving. Ай, как красиво, как хорошо. Я не повторю этого произведения, твоего прекрасного вокального исполнения, но я знаю другую песню. Знаешь, мишки очень любят мед. Почему и кто поймет? Сам не знаю, почему мед так нравится ему. Сегодня мы разговариваем в нашей программе о меде. Вот интересно, ты мед любишь? Мед на самом деле просто обожаю, хотя в детстве вообще не переносила, но сейчас я делаю себе творог, у меня там мед. Так. Все, куда только можно, добавляю. Раньше еще его в чай мешал, мне сказали, что нельзя ни в коем случае. Поэтому разрушаются только полезные вещества. Да, только чаек и отдельная ложечка меда. Что будет в твоем номере, если не секрет? Это, ну, не то чтобы уже секрет, но просто точно могу сказать, что балета не будет. Почему? Мне будет очень чтобы интересный костюм. Вот. Подробнее. Рассказывать не могу, но очень интересный. Вот у тебя сейчас есть возможность обратиться к нашим зрителям и как-то убедить их, что они должны голосовать именно за тебя, за номер 3. Дорогие телезрители, если вы еще не слушали мою песню, прослушайте. Если она вам покажется хорошей, если она вам понравится, вы найдете в ней что-то свое, отдайте за меня свой голос 22 января. Мой номер 3. Красивая, обаятельная, определенно очень талантливая Валерия Садовская была у нас в гостях. Смотрите национальный отбор, финал на конкурс Евровидения 22 января. Именно ваши голоса решат, кто поедет на Евровидение. Лера Садовская, можно за нее будет проголосовать 22 января. Ну а наш самый сладкий, натурально сладкий медовый эфир продолжается. Да, Оль, для того, чтобы стать все-таки представителем нашей страны на Евровидении, финалистам придется работать как пчелкам.